Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Days Gone. И мы приехали в Кловердейл вместе с Сарой. Короче, здесь всех поубивали, но здесь есть кукуруза и вода. Это же охренительно как вкусно. Вода и кукуруза. Так. Какой-то чел, короче говоря, расстреливает всех обитателей. Ну-ка, есть здесь где-нибудь еще посмотреть? Что-то нет ни хера больше. То есть, короче, охранник расстрелял людей. Ладно, пошли дальше. Пойдем посмотрим, что нам здесь оставили. Раз электроника работает, значит, все в порядке. Кловердейл. Ну, давай, подходи уже. Ну, не мучай ты меня. Я уже и так устал от этой игры. Черт. Здесь не работает. Вот, блин. Пошли, тут есть еще одна. Ну, пошли. А нет здесь ничего полезного-то. Чего-то нет нифига. Ладно, так почему это... Как ее там? Айри, почему на воротах она работает, а на двери нет? Я удивлена, что она вообще работает. Я помню, наши айтишники постоянно жаловались, что система падает. И это при еженедельном техобслуживании. А прошло сколько? 2 года? Айтишники жалуются, что у них падает? Не мудрено, когда ты сидишь весь день за компьютером, жрешь шоколад и больше ничего не делаешь. Нет, ну конечно, мозговые процессы идут, но вот стручок-то, конечно, падает, наверное. Не знаю. Да что такое? Почему? Что, и здесь не работает? Сара, что? Говоришь, сюда никто не может пробраться? Да? А что? Кто-то уже здесь. Ух ты! Всевидящее око за нами наблюдает, большой брат. Вашу мать! Че он такая, да, чумаза это? Они закрыли мне доступ. Эй! Эй, впустите нас! Мы быстро уйдем и ничего вам не сделаем! Впустите! Ага, ничего не сделаем. Зачем вам оружие тогда? Другой вход есть? Да. Есть вариант, идем. Странная логика, говорит, мы ничего не сделаем вам. Мы с оружием, но ничего не сделаем вам. Наверняка они и его тоже заперли. Да может, никакие они ничего не запирали. Это, наверное, просто глюк. К тому же, аварийные выходы нельзя заблокировать. Существуют протоколы безопасности. Ну, типа, пожарный выход, все дела, да? Ну, давай, передвигайся побыстрее. Так. Спокуха, я кое-что вижу. Вот он. Надо только сообразить, как туда залезть. Да как? Погоди, погоди. Я могу выстрелить за щелку. Неплохо. Ты так раньше делал? 100 раз. Бывало. Так, я первый. Я сначала, да. Так, иди прикладывай свою клешню. Не нравится мне это. Давай пойду первым. Не знаю, что там произошло на парковке, но я тебе говорю, через этот забор никак нельзя перебраться. Я этих людей знаю. И если Джим там, он нас пустит. Джим? Это который стерег ворота? С таким рвением, что как-то раз меня чуть не пристрелил? Это было очень давно, и с тех пор многое изменилось. Да, только не к лучшему. Сара Ирен Уитакер, номер 2007659. Добрый день, Сара Ирен Уитакер. Добро пожаловать в научный центр Кловердейл. В прошлый раз вы авторизовались в системе 7 минут назад. 7 минут назад. Вот видишь, те двери, наверное, просто сглючили. Или руки у тебя грязные просто. Быстро, быстро. Крепись. Бля, по нам стреляют, что ли? У меня правило простое. Никому не верь и жди худшего. Я начинаю понимать твою логику. Открывай меня. Ты должна как угодно их отвлечь. Поняла. Я скажу Карлосу. Это все? Если будет возможность, прострели эти долбанные динамики. Сейчас. Я от ее голоса уже зверею. Сейчас, это еще же должен быть динамик. А, вот он прям. Нихера себе. Заткнись. Отлично. Есть. Где-то еще динамик. 100% где-то еще орет. Можно. Иду. Утырок. Ранили!
Ого, отлично. Пригодится. А где еще-то она говорит? Пострадаете, оставайтесь на месте. Сейчас я здесь все обыщу, подожди. Пригодится. А потом пойдем. Слушай, как много всего вкусненького-то, а? Хорошо, что я быстро не ушел отсюда. Тут охренеть сколько пороха. Тихо, а можно чувака обыскать. На поражение. Да где этот? Разрешено. Можно. На поражение. Иду. А, вот он. Нахер. Надо подняться по лестнице и пройти через переход. Да это я понял, сейчас поднимемся. Ладно, пойдем. Сейчас я только обыщу все здесь. Да, ну бегай, бегай. Какого черта? Бля, поверху что ли? Тихо. Вот нажми. Ложись. Ложись, блядь, сейчас ты ляжешь. Так, спокуха. Можно. Теперь нормально. Ну иди, прикладывай свою руку-то, ё-моё. Я чё, до утра буду стоять? Так, вроде ничего больше сделать нельзя, да? Всё у меня по максимуму. Прикладывай руку. Где ты, кстати, дура орёт? Разрешено. Подожди. Сара Ирен Уитакер, номер 2007659. Сара Ирен Уитакер. Несанкционированное проникновение. Включена блокировка дверей. Сука, они тебе доступ отключили. Отмена. Номер 2007659. Отмена. Защитный протокол Альфа-761 отменен. Господи, да заткнись ты уже. Похоже, внутреннюю защиту не заблокировали. Ты готов? Да, только теперь я пойду первым. Нет, теперь мы пойдем вместе. Ну тогда оба! Реакция как у мангуста. Снайперы на крышах. Бля, вижу. Так, а со второй стороны? По нарушителям разрешено стрелять. Не, вроде нет никого. А, вон он. Вижу. О, еще один. Выходи, дружок. Вот так вот. Фух. Еще разок. Давай, я готов. Сара Ирен Уитакер, номер 2007659. Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. Ого, готово? Надо было раньше сказать, чтобы она отключила голосовой ответ. Джим, стой! Ах ты ублюдок! Ах ты сукин сын! Многое изменилось. Блядь, здесь закрыто. Опять закрыто. Ну иди, открывай там, а я пока здесь полазю. Я помню, как мы сделали это с ним. Где эта сучка опять орёт? Ты идёшь открывать дверь или нет, я не понимаю. Чисто. Тут тоже. Секретные вирусологические исследования какие-то. Бля, куда она пошла? Ты чё, дура, нам ладно, сюда? Порядок. Они ждут нас в атриуме. Тревога. Это тревога четвёртого уровня. Пипец, она ещё и зависла. Алло, я здесь. Да-да-да. Попробуем через дверь. Сара Ирен Уитакер, номер 2007659. Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. В доступе отказано. Сара Ирен Уитакер, ваш допуск был отозван. Твою ж мать, это плохо. К системному администратору. Ах ты сука! Сука! Все равно бы мы так угодили прямо в западню. На эту дверь с той стороны все пушки сейчас нацелены. Нам нужен другой вариант. А что, он есть? Так ты же здесь работала, я-то откуда знаю? Отсюда есть какой-то выход на крышу? Вот здесь. Ну давай, я открою. Тут есть уступ. С того кондиционера ты сможешь залезть на крышу. Нет, на крышу придется лезть тебе. Заберись туда и открывай огонь. Ты должна их отвлечь. Пока они все смотрят вверх, я зайду отсюда и застану их врасплох.
Слушай, да, это очень хороший план. Но есть одна проблема. Какая? Какая? Двери на замке. Ты не забыл? О, черт. Пойдем, у меня есть идея. Какая? А что ты сразу какие-то идеи-то не рассказала? Пойдем, говорит, на крышу, здесь должен быть выход. Приложи ладонь к сканеру. Вот что ты придумала. Есть, вошла. Они вырубили систему защиты, но забыли про админские коды. С этой станции я могу выдать тебе временный код доступа. Код будет таков. Слушаю. Твое полное имя и номер 5429009. Запомнил? Можно было просто одни нули вбить. 5429009. Правильно? Да, пошли. Зачем такой сложный код делать, если ты сисадмин? Я не понимаю. Можно было 3-0 сделать, 4-0, единички сделать. Так что, мне куда сейчас? Опять туда. Ну-ка, помоги мне тут забраться. Давай. Сейчас, момент. Так а как я тебе помогу-то, я не понял. Здесь забраться. Ну, залезай. Готов? Ага. Заберешься? Да. Ну и ништяк. Дождись, пока я отвлеку их, и заходи. Слушай, ты только не рискуй. Издеваешься? Я теперь рискую каждый день. Ладно. Давай. Пошли. Короче говоря, мы входим сейчас и валим их всех. Вот так. Тимур! Ну я что? Знаю, что мой ты там! Выход. Ну давай, прикладывай, прикладывай. Номер 5429009. Доброе утро. Скажи им, чтобы не стреляли! Добро пожаловать. Бля, я сейчас, по-моему, там убью. Вы впервые вошли. Все решить потом. Пожалуйста. Включить голосовой ответ. Валите ее! Джим, послушай меня! Поехали. Сама виновата! Надо было сразу уходить, пока могла! Сука, стой! Следующий где? Одного потеряли. Отлично. Все? Сдох. Кто там еще? Ах ты сука. Их здесь, короче, еще много. Это последний. Все, мы их всех убили, короче. И это круто. Всех замочили. Ладно, подожди. Я его приведу. Подожди, пока мы сейчас все отберем, потом кого-то приведем. Остановитесь, и вы не постараете. 6-7. Руки! Не руки! Стреляй! Не стреляй, я сдаюсь, стой! Сдаюсь! Не стреляй! Он нужен живым! Твою мать, руки вверх! Ладно, ладно. Ой, это же тот ущербный, скажите, охранник. Так, хорошо. Он чист! Мы просто защищались. Ну-ка, давай. Там снаружи столько мертвых, Джим. Это ты их всех перестрелял? Не понимаю, о чем вы говорите. Ух ты, по печени его. А за что? Что они такого хотели-то? Вернуться домой к родным, привести их сюда. Но ты им не позволил. Мы просто не могли рисковать. Пиздец, он всех убил, нормальных людей. Вот утырок. Вставай. Стойте, давай его казним. Я не могу. Не заставляйте. Да я тебе сейчас руку отрежу нахер. Нет, 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 нет. Вы, раз. Вы не понимаете. Два. Нельзя этого делать. Три. Открывай гребаную дверь. Ладно, ладно. Да давай просто ему ладонь отрежем нахер, да и все. Вы знаете, что вы делаете? Конечно. Спасибо, Джим. Не беспокойся, мы все знаем.
Пожалуйста, не надо. Отпустите. Извини. Мы просто не можем рисковать. Прикольно. Вот это было неожиданно. Я же тебе говорю, мне эта девчина больше и больше становится нравится. Да нормально, пошли. Что, ты трупаков не видел, что ли? Не ломайся, как девочка, пошли. Так это правда. А я не хотела верить. Во что? Ты о чем сейчас? Это же все моя вина. В смысле? Я не понимаю, о чем ты? Я должна была сразу понять. Раньше мы тут растили копытника и магонию, и вдруг все изменилось, и они все перекрыли, лишили меня допуска. Дэвид ведь говорил мне, он говорил, что-то не так. Стоп, стоп, кто такой Дэвид? Дэвид Горман, он проходил у нас практику. А я ему сказала, что у нас большой фарм-бизнес, что у нас хай-тек и все такое, что на кону миллиарды долларов, так что не надо мутить воду. А он не послушал. Он влез в систему, обошел защиту, он сказал мне, что это какой-то суперсекретный госпроект. Ясно. Или что-то секретный там. Секретный проект. Ты он хотел стать следующим Сноуденом. Да ты чё? Он хотел лично вытащить это все на свет Божий. Дэвид Горман и изобличает империю зла и спасает мир, ну ты понял. А я не стала его слушать, Дикон. Я сказала ему, что он просто параноик. И, видимо, он пробрался сюда и раздобыл какой-то образец. Я не знаю, что за дрянь они тут стряпали. Погоди, я ничего не понимаю. И я тоже. Уже потом у меня пазл сложился. В тот день, когда меня ранили, я поехала в офис Кловердейла в Фервале. Я хотела отыскать Дэвида, но его там уже не было. Он 2 недели как уехал. В Портленде проходила большая конференция экологов. Видимо, он поехал на встречу с репортером. Наверняка был уже заражен, но еще не знал этого. О, господи. Твою ж мать! А через два дня все на этой конференции уже подхватили заразу. Они сели на самолеты и по домам. Неделю спустя 2,5 миллиарда человек погибли. Сара, нет, ты в этом не виновата. Ты не могла его остановить. Как ты бы ты его остановила? Это исследование. Мой проект был частью всего этого. Дикон, я к этому причастна. Меня использовали. Так значит, этот типок, а пациент ноль... Так, слушай, погоди секунду. Что? Как отключить электрическую ограду? Питание вырубить. Это в здании рядом с теплицами. А зачем? Ну, просто тут много еды, и я подумал, надо бы связаться с Бухарем, сказать ему и Рике, ну, то есть всем в Лос-Лейк сообщить. Ты сможешь сама погрузить? Да, смогу. Ладно, я быстро. Давай. Ты, говорит, сможешь сама погрузить. Она вообще сама тащит, если что. Так, 116 метров. Окей, давай дойдем. Видимо, нам нужно с кем-то связаться. Слушай, тебе не кажется, что как-то светловато? Да нет, шестерочка. Странно, мне почему-то кажется, что все-таки очень светло. Генераторная. Тихо. Наверное, вот это здание. Фрика, эти крикуны. Опять вороны. Черт. А где он взял ствол, кстати? У нас нету пистолета. У нас пистолета-то нет. А, бля, у меня, короче, и огненного говна нет. Спокойно, значит, коктейльчиком. Подбежали по-быстренькому. Иди нахер. Сука. Так вам. Да хорош у меня пинать, тваря. А чё ты не прыгаешь-то? Чё ты не прыгаешь? Так. Так вам. Горит.
Сука, они меня сейчас забьют, короче. Тихо. Почему ты не прыгаешь? Нам сейчас навтыкают какие-то сраные вороны. Я тебе отвечаю, нам сейчас вороны навтыкают. Так вам. Горите, твари. Блять, чё за бред? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ворона. Да бля, какая же ты настырная, сука. Спокойно. Вон их еще есть много. Только ни в кого не попал. Перезарядка. Бля, почему он не прыгает, не кувыркается? Да я сожру. Что-то как-то херово вообще получается. Блять. Где-то еще гнездо. А, вот оно. А я и думаю, откуда их так много? Да отъебись ты. Говорят, вали. Да все, сейчас вы сдохнете, твари. Да хорош, ну правда, я уже просто задолбался. Все, они сгорели все. Просто нужно было, короче, сжечь гнездо. А я как идиот стрелял в ворон. Ладно, давай здесь заберем одну штучку. Сейчас, правда, могут сбежаться сюда всякие твари, но ничего страшного. Сигнализацию сейчас заберем. О, она не орет. Прикалюха. Просто прикалюха. Так, аптечка мне пригодится. Меня немножко покоцали ворона. Ух ты, а там что-то есть внутри. А мы здесь были вообще? Может, открыть можно как-то? А, там, наверное, поверху надо было пройти. Или мы здесь были. Хер его знает. Короче, ладно, нам нужно куда-то подойти, с кем-то связаться, что-то сказать, что-то отключить, какую-то защиту. Давай, сделаем это уже, и все. Ой, я там вижу газ. Гасолин. Так, давай сделаем сразу метательный коктейль Молотова. И заберем отсюда тряпочки и всякую дрянь. Так, куда мне нужно подойти? 24 метра. Теперь осталось вскрыть дверь. Ага. Вскрыл уже себе черепушку. Меня забавляет открытие двери так долго. Ну и что у нас здесь есть? Просто рубильник и все? Вроде бы все. Интересно, никого не смущает, что такой инновационный центр, столько всего и такой огромный рубильник непонятный, просто огромный, доисторический? Бухарь, это Дикон. Прием. Лагерь Лос-Лейк. Меня слышно? Может, Бухарь забухал? Дик, это ты? Да, Бухарь, это я. Рад тебя слышать, брат. Я тоже рад. Короче, у меня мало времени. А тот научный центр, где работала Сара, рядом с Iron Butte, где упокоители. Короче, ты понял, какой. В общем, здесь есть еда. Много еды. Кукуруза. Скажи Рике, Майку, пусть пришлют кого-нибудь. Стой, ты ее нашел? Ты нашел Сару? Да, Бухарик, я ее нашел, да. Это охрененно, Дик! И когда привезешь ее к нам в Лос-Лейк? Нет, я долго объяснять, давай потом. Дик? Да. Скажи ей. Скажи. Что сказать-то? Берегите себя. Хорошо. Бухарик. Бухарь. Насчет чего он сказал сказать? Я что-то не понял. Я что-то уже забыл, да, по этой игре? Вызываю лагерь Лос-Лейк. Черт. Лос-Лейк, прием. Рики, отлично, слушай. Дик? Да, это я. Короче, тут... Не ожидала тебя услышать. Майк сказал, ты не вернешься. У меня мало времени. В общем, тут есть... Ты ее нашел? Бля. И да, ей еще расскажи. Рики? Я рада, Дик. Ты был прав, мы выжили. Хорошо, что и она тоже. Дик? Да, в общем, слушай, тут есть одна ферма, электричество, ограда под напряжением. Ага, я поняла. Если сюда приедете, спроси Бухаря, это где Сара работала? Рядом с Iron Butte, он знает, где это. Приезжайте, тут еда, тут много еды. Я поняла. Как он там? Он хорошо, хорошо. Угадай, кого Майк поставил начальником охраны. Чё, реально? Ага. Обалдеть, а...
Можешь ему... Хотя, ладно, Рики, мне уже пора. Пока, Дик. Знаешь что? Подожди. Помнишь, ты сказала мне про свечку? В общем, ты была права. Я знаю. Конец связи. Пока, Рики. Про какую нахер свечку? Сэн-Джон, говорит Коури, где ты? Мой в жопе какой-то. Ты проехал через его пост у перевала Тилса? Да, капитан. В Айрон-Бьют есть научный центр. Сари, лейтенанту Уитакер потребовалось кое-какое оборудование. И это единственное место, где его можно раздобыть. Она не выходит на связь. Полковник хочет знать, почему вы еще не вернулись. Скажите ему, что мы уже едем. Он хочет с тобой поговорить. Да пошел он нахер. Не слышу вас. Связь. Я вообще предлагаю не возвращаться в это логово какой-то анонистов. Здесь нормально, жрачки много, бухарь рядом. Построим баррикады, будем охраняться от фриков, короче. Жить, поживать и добра наживать. Ну, так сказать. О, она меня уже здесь ждет, ништяк. Погрузилась? Ты с ним поговорил? С бухарем? Да. А что такие вообще странные вещи, как будто он разговаривал, не знаю, с фалоимитатором. Да, сказал ему, что у нас все в порядке. И что ехать пора, нам надо миновать перевал, пока погода не испортилась. И что думаешь? Да чё, херовая погода. Дело плохо. Ну, что ж, попытка не пытка. Все, поехали. Хм. Погода, походу, вообще в край испортилась. Что за хижина-то? Чисто! Опа-на! Чувак в трусах семейных. А чё ты разделся, раз замёрз-то? Эй, иди сюда, поешь чего-нибудь. Да, секунду. Я вымокла до нитки. Поставь их рядом с камином, стоячие штаны. И футболка стоячая. О, жопиндарий. Я думала, что никогда не согреюсь. Да. Че вы как целки-то, ё-моё, вы же муж и жена, вы дебилы. Хотел поесть? Да. Да, сейчас. Да. Че, полено будете жрать? Горящее. Замерзла? Иди сюда. Ну че вы, блин, как на первом свидании? Вот ты понимаешь, я же сразу говорил, нужно было сразу чпокнуться, и все встанет на свои места. Нет, они ходили, ломались, смотрели друг на друга странно. Вообще какие-то непонятные люди. Кто писал сценарий? Вообще, вообще просто непонятно. Вот, и сразу веселая музычка пошла. Все хорошо, солнце, снег ушел даже. А всего лишь нужно было просто чпокнуться. Ну, еще повязки снять и эту дурацкую кепку. На самом деле. И будет вообще замечательно. Ну, как
Хорошо, что они дорогу опустили до лагеря. Я бы не пережил ехать до лагеря. Еще минут 20 пришлось бы ехать. Ну вот. Видишь, я ж тебя... Ооо, нас спалили. Это странно. Все, Дикон, короче, тебе крандец, я так понимаю. Тебя спалили. А, не могли рисковать, окей. Что там делать теперь здесь можно? Доступно что, бомба с дистанционным подрывом? Ух ты, это ж круто. Привет. Новое это, понял. Ладно, давай быстренько затаримся, чем можно. Я вот единственное не пойму, не могу понять, нужно ли нам с тобой меняться обратно. Прием. Да, капитан. Капрал Сент-Джон на связи. Возвращайся в штаб. Немедленно. Да я жду чё? Тебя в лазарете. В лазарете? Пугаешь, сука. Что случилось? Произошел инцидент. Я еду. Так, может, этот ствол взять? Ну, что еще? Да подожди. Лейтенант Уитекер, вы на связи? Черт. Сара? Сара, ответь! Что-то Сарка не отвечает. А что это такое сейчас было? Что-то пропала картинка на секунду. Непонятно. Вот, прошу. Давай, давай, давай. Мне аптечки все, все, что у тебя есть, давай. Так, пополним запасы. О, транжира. Да, еще какой. В принципе, я за место этого взял пистолет. Не знаю, насколько это будет капрал правильно. Сент-Джон. Ой, чуть картинка задрыгалась. Привет, капрал. Здорово. Привет, сержант. Так, куда он мне сказал вернуться? 60 метров. Встретиться с доком Хименесом. Что еще есть? А, на всякий случай проехать к радиовышке. Ты знаешь, я что хотел сделать? Я хотел все-таки... Подожди. А я вот не понял. Дик, спокойно. Заглядывай. Тихо. Дикон. Я хочу посмотреть, уровень у меня второй. Привет. Правильно? Правильно. Значит, по идее, мы можем с тобой сейчас вернуться вот сюда, по-быстренькому прокачать мотак. Прокачивал я, не помню. Давай вернемся, посмотрим. Угу. Окей. Ну чё, залезай давай уже, ну что ты, это ну что пума. Ты... Какая нахуй пума? Давай быстрее тогда. Валим, о, валим, 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 валим. Какая в жопу пума? Капрал, ух. Капитан Коури сейчас доставляет задержанного. Завтра состоится законный суд. Ага, есть. На закате уже повесим. Законный кого? Суд? Кого не вешать собрались? Конечно. Каждый заслуживает справедливого суда. И справедливой казни. Через повешение. Через мапупу. Слушай, а у меня, короче, нихера здесь нет. Ну, приказ я выполнил. Конец связи. Второй уровень. Короче, я зря это сделал, ты понял? Я зря переместился. Ладно, давай обратно. Да. Потеряли немного с тобой времени, но ничего страшного. Зато проверили. Оказывается, не распространяется у нас с тобой очки на два лагеря, только на один. Почему-то я думал, что сразу на два распространяется здесь. В принципе, это же одна и та же территория. Ну так, по идее. А оказывается, хер. Все не так, как я думал. Ладно, поехали. 32 метра. Иди, иди. Что случилось-то? Капитан? Доктора Хименеса убили. Кто? Что? Этот подонок. Ах ты, господи. Перерезал ему глотку. Где Тейлор? Он... Тейлор что-то видел? Все препараты пропали. Тейлор? Это моя вина. Тейлор? Безухий? Я назначил его в лазарет. Нет, я не об этом. Тейлор наркоман. Ты знал? А ты нет, блядь. Он просто так смеялся и улыбался постоянно, как идиот. Уже нет. Все знали, что он нарик. Даже я знал. Это моя вина. Окей. Так и куда ехать? Это моя вина. На карту. На карту бы... На карту посмотри. Так, и куда? А почему мне не показано... Ничего не показали, что ли? Доступно новое задание, теперь я осознал. Ты видишь новое задание на карте? Я лично не вижу. Но я ее не вижу. Засадный лагерь и вышка. А задание не вижу.
Блять, что за идиотизм сейчас был вообще? Это глюк какой-то или что? Или я что-то пропустил? Чувак бросился. Капрал при исполнении. Подожди, может надо переночевать? Привет. А время сколько? А время 11... Так 11 утра. Ты знаешь, я предлагаю вот сюда переместиться. У нас здесь с тобой есть как раз перемещалка в засадный лагерь. Так что, может быть, что-то проявится. Ну и ништяк, мы возле засадного лагеря. Но ничего не появляется. Что за фигня? Ладно, может быть, сейчас... Сен-Джон. О. Вызывает капитана Коури, прием. Вот. Коури на связи. В общем, я буду искать Тейлора. За ним уже выслали несколько патрулей. Полковник в ярости. Ну еще бы. Док был хороший мужик. Капитан Хименес был нашим единственным врачом. Слушайте, Тейлор вроде говорил, что хочет податься на лыжную базу. Поищу его там. Если найдешь, сообщи. Но учти, полковник велел брать его живым. Да, понял. Конец связи. Понятно. Тейлора нужно взять живым. Но сначала нужно выполнить задание. Где оно? Наверху, что ли? Сейчас. Сейчас я слазю. Тут я дополнительное Джон, задание какое-то. Жду тебя срочно в Diamond Lake. Ой, иди нахер, а. Дай сначала залезу. Выполню дополнительное задание. Вернуться в лагерь Diamond Lake. Кстати, в Diamond Lake как раз-таки у нас с тобой не хватает опыта, чтобы прокачать наконец-таки это до конца байк. Ой, блядь, Копленд, заткнись, пожалуйста. Как хорошо, давно я тебя не слышал. У меня нет желания слушать твой трёп. Прорвался только я на вышку, и сразу Копленд заорал в свое радио. Зря мы тогда в каскадном лагере ему вышку освободили. Надеюсь, достаточно высоко. Бухарь, это Дикон, ответь. Лагерь Lost Lake, меня кто-нибудь слышит? Дик? Дик, это ты? Тебя почти не слышно, связь прерывается. Ты где? Да в жопе какой-то. Не поверишь, у Крейтер Лейк. Слушай, я... Рад тебя слышать, брат. Я думал, может, ты собрался обратно. Нет, пока нет. Тут все сложно. Слушай, я просто... просто хотел узнать, как там у вас дела. Хорошо, у нас все хорошо, Дик. Ни за что не угадаешь, кого старик назначил начальником охраны. Да знаю тебя. Ага, меня. Наверное, подумал, раз у меня всего одна рука, и проблем будет в два раза меньше. Ну да. В общем, я просто хотел узнать, как ты. Спасибо, я рад с тобой пообщаться. Да, я тоже. Это все? На всякий случай 100%. Окей. Отлично. Все, слезаем отсюда. Я не хочу в петлю проехать на лыжную базу. Доступно очко. Очко доступно, друзья. Давай, наверное, очко сделаем. А что все погасло-то? Так, что у нас с тобой? Стремительная реакция. Возможность быстро вставать на ноги, выполняя перекаты. Я что-то забыл, как перекат делать. У меня что-то не получается перекат. От ворон сделать перекат не получилось. А критический урон? Не то. Давай стрельбу посмотрим. Быстрая перезарядка. Головная боль. Давай быструю перезарядку, может, возьмем. В принципе, она нам... А, вот, подожди. Увеличивает начальный эффект лекарственной микстуры. Восстановление запаса сил при получении урона. Не нужно. Дополнительный тоже не нужно. Мясник. Не совсем уверен. Пока с растений на миникарте. Нет, пока, наверное, не нужно. Давай, наверное, быструю перезарядку возьмем. Перезаряжаться быстро – это очень хорошо. Все, погнали вниз. Да все, я уже это очко забрал. Доступно, говорит, очко навыков. Зачем меня сбиваете, если нет больше уже очка? Очка нету. Нет, у нас есть, конечно, очко, но очка больше нету, навыков. Ух, как долго. Почему нельзя просто сползти так, как ниндзя? Ноги расставил, руки расставил и нахер их просто стер. Так, надо байк заправить. Канистра. Это я уже слышал, чувак. Сейчас мы с тобой заправим байк. И куда-то нужно ломануться будет. Ёпта. Пустой бак практически. Это вот мы так мы переместились? Обалдеть. Надо срочно мотак прокачивать.
Так, а здесь и нет нихера. Давай на карту посмотрим, куда нам. Ух, ё-моё. Вот сюда я пытался пройти, но там закрыто. Так, еще задание. Теперь я осознал. Ладно. Итак, друзья, я, в принципе, предлагаю на сегодня на этом закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.